На сегодняшний день на украинских дорогах еженедельно гибнет около 40 человек. И за прошедший 2019 год количество погибших в ДТП составило почти 3500 человек. Такая неутешительная статистика подталкивает власти страны уже на протяжении нескольких лет к созданию системы «Безопасный город», важной частью которой будут являться камеры фото- и видеофиксации нарушений. История с камерами фиксации правонарушений длится давным-давно, и из года в год, даже несколько раз в год, мы слышим о том, что вот-вот заработают какие-то камеры. Но раньше все это было слухами. А вот недавно, буквально несколько дней назад, 4 марта, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о том, что система наконец-то прошла финальное тестирование и в ближайшее время будет введена в эксплуатацию. И, например, 14 февраля всего за полдня работы системы в тестовом режиме было зафиксировано 38 439 правонарушений, связанных только с превышением скорости. После того, как тестовый режим будет объявлен официально, у украинских водителей будет примерно 45 дней на адаптацию. В этот период система фиксации правонарушений будет работать в режиме предупреждения и оповещения. Как именно будет происходить оповещение и предупреждение, до конца не ясно, но вполне возможно, что свои правонарушения можно будет увидеть в приложении MyPol или Dia. По истечению предупреждающего периода наступит жесткач. Камеры начнут автоматически фиксировать правонарушения, и мы вместе с вами будем получать письма счастья. При этом будут фиксироваться не только нарушения, связанные с превышением скорости, но и другие нарушения правил дорожного движения. Также камеры будут определять лица водителей и пешеходов для того, чтобы определить в потоке людей, которых разыскивает полиция. В общем, скрыться от правосудия не получится. Помимо этого, пока что только планируется увеличение штрафов. Например, если превысить разрешенную скорость на 50 км, то есть вместо 50 км в час ехать 101, то штраф составит примерно 3400 гривен. Такой же штраф водитель заплатит, если покинет место ДТП. В исключительных случаях его могут даже лишить прав на полгода. Если за рулем окажется человек, который не имел права на управление транспортным средством, ему придется заплатить штраф около 10 тысяч гривен. Но при этом какие-то облавы или засады не планируется. Места, которые оснащены камерами дорожного движения, будут обозначаться специальным знаком 570. Также в некоторых местах будет стоять патруль полиции с включенным проблесковым маячком. Поэтому, если внимательно следить за дорожной ситуацией и, конечно же, за знаками, камеры вам не страшны. Дополнительным средством предупреждения и самодисциплинирования водителя может стать радар-детектор, работающий в лазерном диапазоне и оснащенный GPS-модулем, в котором есть возможность записи в память точек POI. Либо же видеорегистратор с GPS-модулем и также возможностью работы с точками POI. Точки POI — это GPS-координаты, которые записаны в память видеорегистратора или радар-детектора. И при приближении автомобиля к этим координатам ваш помощник, видеорегистратор или радар-детектор предупредит заранее, что впереди опасный участок. На этом, как обычно, все. Привыкаем ездить медленнее, внимательнее рассматриваем дорожные знаки, но не перестаем ставить лайки и подписываемся на наш канал.